На наше прекрасное сегодняшнее и будущее трудятся люди разных профессий. Особо хочется отметить строителей Ленинского района. Они выполняют важную миссию – застраивают микрорайоны и реконструируют исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли, осваивают новые технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается их праздник – День строителей. Тему продолжит наш корреспондент Лариса Вольнова. Строить – значит возводить, созидать, создавать. Профессия строителя окружена особым почетом и вниманием. Работа представителей этой области у всех на виду. Она дарит людям радость, эстетическое наслаждение, а для самих строителей требует особой выдержки. Клавдия Моисеевна начала работать электриком в 15 лет и до сих пор отдает все свои силы любимой профессии. Ее трудовой стаж в сфере строительства составляет 60 лет. Все свои силы отдаю электричеству. Все. Я работаю с закрытыми глазами, несмотря на то, что мне 78 лет. Любите, да, свою профессию? Люблю. 9 августа в городе Видное состоялось празднование Дня строителя. В кинотеатре «Искра» собрались работники предприятий, ветераны-строители, представители администрации Ленинского района. Я хочу всем строителям пожелать успехов и прийти к этому празднику с хорошей корзиной побед и вложений в экономику, ну, Московской области, а нам в экономику нашего района. Глава района Сергей Кошман, поздравляя строителей, отметил, что им есть чем гордиться. Здорово, что у нас в Ленинском районе строительная отрасль является ведущей, в том числе и по привлечению инвестиций. Я сегодня хочу от души поблагодарить всех вас за то, что уже сделано. А сделано было немало. Особая благодарность звучала в адрес первостроителей города. Долгие годы упорством и трудом прославляли они самую многогранную, мирную и нужную профессию. Вот этот город Видный, это с первого дня и до последнего дня, пока я жив-здоров, вот участвую во всех стройках. Столько много построили, сколько много пришлось с людьми поработать. В праздничной торжественной обстановке лучших работников отрасли наградили почетными грамотами, знаком главы Ленинского района, ценными подарками. Поздравления в адрес строителей прозвучали и от воспитанников детского сада «Солнышко». Быть строителем прекрасно, даже малыши поймут, за хорошую работу и медали выдают. Строители Ленинского района отличаются трудолюбием, внимательностью, стремлением доводить до конца начатое дело. Благодаря их личностным качествам и высокой продуктивности в работе, строительный комплекс нашего района в числе лучших. Поздравляем всех строителей Ленинского района с праздником. Желаем процветания, новых трудовых успехов и здоровья. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.